вспышка коронавируса. В первой городской больнице у 5 пациентов лабораторно подтвердили COVID-19. Людей доставили в медучреждение с различными ургентными заболеваниями, гипертонией, болезнями печени и прочим. В приемном отделении сделали экспресс-тест, который показал отрицательный результат. Впрочем, уже через несколько дней у пациентов началась лихорадка. Впоследствии с помощью ПЦР-теста медики обнаружили коронавирус, после чего больных перевезли в ковидные медучреждения. Это городская больница, 3 человека. Один пациент поехал в больницу Водников, и один пациент, который чувствовал себя нормально абсолютно, отказался от госпитализации, поехал домой. Состояние пациентов абсолютно стабильное. Они находятся на лечении, без кислорода. Пациенты, которые находятся в отделении, находятся под наблюдением круглосуточным. Мониторинг температуры, состояния, сатурации. И если выявляем таких пациентов, делаем ПЛР лихорадящим. В общем, планово через 5 суток проведется ПЛР всем пациентам. Всего 29 пациентов сейчас находятся в отделении. Его закрыли на карантин. Однако медики работают в обычном режиме, поскольку весь персонал вакцинирован, уверяет главврач Евгений Григорьев. А вот из заболевших прививка от COVID-19 была только у одного человека, который и уехал домой.